На канале ДТВ «Рапид» информационно-развлекательная программа «Воскресный калейдоскоп» и я ее ведущая Лариса Чурикова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Из политики на производство. Почему Сергей Сергиенков принял решение сложить с себя полномочия главы города? Вместо привычного концерта – конференция. Профессиональный праздник хранителей и создателей культуры. Что нужно для развития этой сферы? Мнение горожан и эксперта программы, актрисы театра и кино Натальи Муравьевской. Чтобы ходить было удобно, по какому принципу строится работа специалистов фирмы «Обувщик». Они знают, что делать, если случилась беда. Итоги городского этапа областного конкурса «Я и пожарная безопасность». В новую весну с новым авто. Лотерейный выигрыш великолучанина Владимира Пруцковского. И мы ищем таланты. В сельхозакадемии продолжается фестиваль «Студенческая весна». Главная новость политической жизни Великих Луг. Глава города Великие Луки Сергей Сергиенков принял решение сложить с себя полномочия. Соответствующее заявление он передал 24 марта в городскую думу, а в минувшую пятницу на заседании поблагодарил коллег-депутатов за работу. Сергею Сергиенкову поступило предложение возглавить холдинговую компанию «Подъемные машины». В данный момент главный офис компании переводится из Санкт-Петербурга в Великие Луки. Также на уходящей неделе стало известно, что руководитель представительства администрации Псковской области в Великих Луках Владимир Тетерин оставит свой пост и станет первым заместителем главы администрации города. Как сообщает пресс-служба областной администрации, решение принято по договоренности губернатора Андрея Турчака с главой администрации Великих Лук Николаем Козловским. Новое назначение связано с серьезными административно-хозяйственными задачами, стоящими перед городом, и призвано повысить эффективность работы администрации Великих Луг, отметили в пресс-службе. «25 марта – профессиональный праздник, отметили хранители и создатели культуры». В Великих Луках по этому случаю решили отступить от сложившейся традиции и вместо привычного праздничного концерта и торжественного вечера провели конференцию, на которую пригласили все местные СМИ. С вручения цветов и памятных подарков начали отмечать свой профессиональный праздник работники культуры Великих Луг. В зале музыкальной школы имени Мусоргского собрались сотрудники городских библиотек, клубов, домов культуры, музыкальных и художественных школ, Центра эстетического воспитания, музеев драматического театра. Дорогие друзья, все, кто вообще хоть как-то интересуется театральной жизнью, знают о тех неразрешимых театральных проблемах между директором и режиссером в самых больших театрах. Слава Богу, у нас такой проблемы нет. У нас есть другие проблемы. Их много, и не только в театре. Но сегодня мы говорим о празднике, о результатах работы. О результатах говорили много, отметили успехи учащихся и руководителей творческих коллективов. Например, скрипачка Анна Доценко и пианист Иван Кирьяков стали стипендиатами межрегионального благотворительного фонда «Новые имена». Заслуженному художнику России Алексею Большакову выдан диплом и удостоверение члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств. Затем все посмотрели презентацию новой версии сайта Комитета культуры и поговорили о планах на ближайшее будущее. Речь шла о долгожданном переезде Центральной библиотеки имени Семевского в помещение бывшего кинотеатра «Спутник». Открытие нового современного здания библиотеки состоится 13 апреля в 15 часов. А завершающей точкой встречи стали слова благодарности от городских властей. Хотелось бы пожелать вам успехов, вам как людям творческим, естественно, творческих идей, благодарного зрителя и чтобы как можно было меньше проблем и как можно было больше мероприятий, радостных, праздничных, чтобы была перспектива развития в нашей сфере культуры. А я уверен, так и будет в следующем году и в последующем. Безусловно, всем работникам этой сферы нужны зрители, слушатели, читатели, ученики. Что нужно сделать, чтобы великолучане чаще посещали учреждения культуры? С таким вопросом мы обратились к нашим согражданам, и вот что услышали в ответ. Молодежи надо больше к искусству относиться лучше, чем они относятся к своей повседневной жизни. То есть и более лучший репертуар в театре, наверное, для молодежи, который приемлем. Хотя бы, знаете, если уделять время немножко, хотя бы если читать Библию, это будет вообще отлично. Тогда люди будут интерес и
культуре своей. Ну, это нужно изначально родителям приучать их, наверное, скорее всего, к культуре. Водить самим в театры, да, в кино. Наверное, зарплату больше платить. Время, наверное, время. Времени не хватает людей. Ну, может быть, реклама больше, чтобы было. Наверное, больше показывают в нашем театре, потому что в нашем театре спектакли достаточно редко появляются в последние годы. Великолучане очень часто посещают учреждения культуры. Я сама вот не пропустила ни одного спектакля в нашем театре, в филармонии. Просто я считаю, что это надо воспитывать с детского садика. Любовь к музыке, вот как, что делает наш Дом культуры Ленина. Со всеми мнениями горожан согласна Наталья Муравьевская, кроме одного – не хватает времени. Актриса театра и кино убеждена, что здесь главное – желание. Об этом, в частности, и в целом о работе учреждений культуры города Великие Луки шла речь в минувший четверг в рамках программы «Из первых уст». У нас в городе, я считаю, что огромный культурный пласт. Огромный. И удивительно много талантливых людей. Дело в том, что у меня даже есть с чем сравнивать. Я сейчас очень много бываю в Москве, да, именно тоже все это связано с культурой, с деятельностью театров и кино. Вот. И я вижу, что просто в городе у нас очень талантливые люди. Вот. Может быть, есть еще такой момент непочатого края, знаете, как бы, наверное, всегда чего-то не хватает, да, всегда надо стремиться к еще большему, и охвату, может быть, населения, и, может быть, еще больше хотелось бы каких-то концертов, точек соприкосновения, каких-то программ, на мой взгляд, еще не хватает, может быть, даже фондов каких-то культурных, да, это, я, наверное, забегаю вперед. Сейчас мы прервемся на короткий блок рекламы и смотрите далее в нашей программе. Чтобы ходить было удобно, по какому принципу строится работа специалистов фирмы «Обувщик»? Они знают, что делать, если случилась беда. Итоги городского этапа областного конкурса «Я и пожарная безопасность». В новую весну с новым авто. Лотерейный выигрыш великолучанина Владимира Пруцковского. И «Мы ищем таланты» в сельхозакадемии продолжается фестиваль «Студенческая весна». Дом – самое лучшее место на земле. Родные стены, надежная крыша над головой, свой семейный очаг. Что еще нужно для счастья? Центр кровельных и фасадных систем. Продаем и производим качественные материалы. Строим надежные дома. Малышева 11, телефон 60160. Что такое 2 миллиона человек? Более 2 миллионов человек в Санкт-Петербурге регулярно пользуются компьютером. А еще более 2 миллионов человек каждую неделю слушают «Дорожное радио» – станцию номер один по объему аудитории в Северо-Западном федеральном округе. Огонь беспощаден. Он не прощает беспечных.